Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о автономности iOS 14. Так, что хочется сказать. Смотрите, ребята, я накатил вчера в 11 часов в начале 12-го iOS 14. Сейчас у меня уже 54%, чтобы вы понимали. То есть и мои предпочтения тому, что я все-таки останусь на iOS 13.7, потому что она очень стабильная сейчас для меня. А здесь сколько багов. Вот те говорят люди, у которых здесь нету багов, они ошибаются. Здесь куча всякой фигни, то есть фризы. Давайте зайдем просто на аккумулятор, посмотрим, что здесь происходит. Пускай прогрузится информация, как она фризит. А я вам потом покажу. Вот, смотрите. Это вообще, что это вообще такое? Что я в энергосберегающем режиме всегда записываю видеоролик на iOS 13.7, точно так же записывал. У меня здесь фризов нет, у меня здесь все стабильно, ничего не лагает, чтобы вы понимали. Ну, смотрите, прошло 12 часов, и, как вы видите, уже 53%. То есть он просто тает на глазах. Буквально каждую минуту при каких-то активных действиях вообще слетает моментально. Я вчера записал видеоролик, отмонтировал его, все там как бы подготовил на YouTube, загрузил, прошло, сняло 20%. Сами подумайте, 20% монтаж видео и загрузил. Обычно у меня это максимум там 4-5% на iOS 13.7 занимало. А здесь сожрало 20%, телефон ужасно греется. Я специально подождал. То есть сначала, чтобы система прогрузилась, все как там все говорят, прям туды-сюды. Но ни хрена ничего подобного, она все-таки забагованная, как я и говорил, я был прав, здесь не стоит сидеть. Те, которые говорят, что у них все классно, конечно, я за них рад, но система очень печальная, забагованная. Там в Инстаграм заходишь выложить в историю, у меня фото увеличивается, могу наглядно показать, как это делается. Вот сейчас мы с вами перейдем в Инстаграм, зайдем в публикацию истории. Добавить историю, выберем любую фотографию, пускай это будет автономность. И при каких-то либо действиях смотрите, что это такое. Почему оно увеличивается? Ну куда это? Вообще ни в какие ворота. Да, если ты ее опубликуешь, она будет стандартно, нормально, все красиво выглядит. Но куда? Ну, в общем, как-то так. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Всем пока. Premiumbeat.com